Привет, друзья! С вами Елена Гольникова и практика ведения дачного хозяйства. Сегодня я показываю распаковку посылочки с сайта «Семена почтой». Что ж пришло сегодня? Сегодня пришло у меня... Опять забыла. Пеностекло. Пеностекло используют преимущественно в гидропонике. Я хочу попробовать в деле выращивания микрозелени. Ну и не только. Пришли торфяные брикеты 8 на 8, 10 на 10. Пришли, конечно, семена. Разумеется, это микрозелень в первую очередь. Кориандр микс, базилик микс, мангольд микс, горчица не микс, редис, брокколи микс, капуста японская мизуна и, конечно же, редис. Редис жара. Я хочу понять разницу между семенами обычного редиса и вот такого микрозеленого. Что-то, мне кажется, нас где-то обманывают. Далее я, конечно же, взяла семена цветов. Это целозия гребенчатая, ярко-желтого цвета. Это петуния грандифлора Dreams Океан. Хочу! Это космея Ксения. Посмотрите, какая красавица. Далее. Томат бычье сердце персиковое. Никогда не выращивала. Хочу попробовать. Балконный огурец. Ну, разумеется, как это балкон без балконного огурца? Хотя у меня есть дача. Перец сладкий Рамира. Давно хочу попробовать. Трюфель оранжевый, томат сногсшибательной вкусноты. Абсолютно неприхотливый, замечательный, но склонен к вершинной гниду. Но помидоры манифик. Это я взяла не только за цену. Арбуз стоит 8 рублей, а золотистая дыня стоит 6,40 на этом сайте. Но дело еще и в том, что золотистая дыня считается самой-самой крутой дыней для нашего региона и не только. Нужно посмотреть у меня в плейлисте, найти именно вот обзорчик сортов дыни европейской. Ну и напоследок для моего погребочка грибочки. Конечно же, я теперь в погребе выращиваю грибы. Если кто не знал, подписывайтесь и узнайте еще больше. Вешенка золотая лимонная, вешенка королевская и, конечно, вешенка розовая. Куда без нее? Здесь у меня стоят лотки для микрозелени. Обязательно посмотрите об этом видео. Тоже приобрела в интернете. По смешной цене, ребята, по смешной. 4 рубля, а с моей скидочкой получилось даже 3,60. Что не может не радовать. Но не забывайте о том, что нужно оплачивать доставку. У меня сегодня все. Подпишитесь, поставьте лайк и напишите комментарий. Задайте мне свои вопросы, с удовольствием вам отвечу. И я напоминаю, мой сайт называется elenadacha.ru. Там очень-очень много полезной информации. Нету вот этого вот «а я купила, а у меня взошло». Там конкретно описание сортов, культур и агротехники. Я желаю вам удачи на вашей самой лучшей даче. Всего вам доброго. Удачи!